Биткоин вошел в рынок недвижимости Великобритании. Британский застройщик Go Homes объявил о первой продаже двух элитных домов за криптовалюту. Один из домов в городе Колчестер был продан за 350 тысяч фунтов стерлингов. Второй дом в Хартфоршире обошелся новым владельцам уже в 595 тысяч британских фунтов. Главные преимущества такого метода оплаты – прозрачность, простота и надежность. А из-за волатильности цены биткоина покупатели сразу платят полную сумму без авансовых платежей.